Если вы когда-либо находились в ожидании малыша, то согласитесь, что организм женщины в этот период работает в усиленном режиме. Именно поэтому так важно, чтобы сон будущей мамы был полноценным и крепким, чтобы восстанавливал утраченные за день силы и дарил хорошее настроение и самочувствие. Сегодня я расскажу вам о находке для комфортного сна в этот период. Это подушка Seva Baby. Она разработана специально для того, чтобы сделать жизнь мамы и малыша максимально комфортной. Но забегая вперед, отмечу, что подушка будет удобна не только для будущей мамы, но и для всех членов семьи. Что же касается мамы, эта подушка гарантирует удобное положение ночью и днем, вне зависимости от срока беременности. Также на ней можно вытянуть уставшие ноги после продолжительной и утомительной прогулки. Подушка Seva Baby правильно распределяет нагрузку на позвоночник, а в период кормления будет мягкой подставкой для рук мамы, чтобы снять напряжение с плечевого пояса и верхних отделов позвоночника. Малышу такая подушка тоже непременно понравится, ведь с помощью нее так легко создать маленькое уютное пространство прямо в кроватке малыша. Подушку Seva Baby можно использовать как своеобразный барьер для крохи, чтобы он не перевернулся или не упал с дивана. А когда малыш подрастет, вы можете присаживать его в центр подушки, обеспечивая ребенку своеобразное уютное гнездышко, в котором приятно находиться и интересно играть. Эта подушка облегчит малышу дыхание при заложенности носа и насморке. Seva Baby представлена в трех размерах – мини, мульти и дуо, и в различных коллекциях. Приятным бонусом послужит то, что за Seva Baby очень легко ухаживать. Съемный чехол выполнен из мягкого, приятного на ощупь трикотажа и подходит для машинной стирки. Это позволяет поддерживать подушку в чистоте, сохраняя отличный внешний вид. Наполнитель выполнен из микрограну пенополистирола диаметром 0,5-1,5 мм. Приобрести подушку Seva Baby в разных расцветках можно на нашем сайте Lapsi.ru, а также в салонах Lapsi. Уютных вам снов!